Sən o otur əvvəl, bax gör ki, orayı heç görsən. Əvvəl oturum. Сначала нам нужно сделать обложку. Давай помочь. Мы быстренько снимаем это видео, потом мы едем в город. Мы успеваем, подожди, сколько сейчас время? Через час. Как быстро время летит, я прям не могу. Галя сказала, что мне так через Галя. Да, ты вовремя приехала. Тут косяк мой. Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у меня в гостях моя подружка визажист Нарминочка. Всем привет. Как давно мы хотели снять совместно мукбанг, да. Все никак, и тут... 2 года уже. Да, именно с роллами мы хотели снять совместное видео, и сегодня у нас потрясающий просто сет от Япоши. Самые вкусные роллы, которые я когда-либо пробовала, и по самым крутым ценам. Вот этот сет состоит из 70 роллов, даже все я поместить не смогла, вы меня, конечно, простите, здесь еще есть роллы, но я за кадром не притронулась, так что будем все кушать в кадре. В общем, этот сет называется Чикаго, и до конца этого месяца он на скидке и стоит всего 30 манат. На мой взгляд, этот сет подойдет идеально для компании из 5-4 человек, хотя кто сколько кушает, непонятно. Вот, давайте приступим. Ссылочку я вам обязательно оставлю. Переходите, заказывайте. Ты пробовала у Япоши роллы? Да, мы заказываем с мужем. Довольно вкусно. Да. У меня, ну, увидела. Скажи честно. У меня. То, что мне нравится, да, я увидела лайки. Они крупные роллы, не маленькие. Что случилось? Ничего. Салфетка где? Сейчас. Ну-ка, я сама. Ой, да не. Стул тоже, мать меня, убьет. Я готова совершать подвиги. Начнем дегустировать. Какие твои любимые роллы? Филадельфия и Аляска. А, я люблю запеченные. И ну, вот запеченные тоже люблю. А, вот это запеченные, это жареные. Я постоянно путаю. Значит, ну-ка я. Как она аппетитно кушает. У меня почему-то такое ощущение, что мы уже с Нарминой снимали. Я вообще, у меня такое ощущение, что я вообще тут 1000 раз была в лайке дома. В моем банке. Ты давно меня смотришь? Угу. Со школы. Со школы. Уже 4 года. Мы сидели в компании, и тут Нармина такая выдает, говорит, я Айку смотрю с детства. И там другая девочка, подруга Самира, такая, говорит, я не поняла, говорит, Айке вообще сколько лет, что ты ее с детства смотришь. Я такая, в смысле? С 10 класса. Дурдень, да? Потом мы начали выяснять, сколько лет Нармине. И все сложилось. Она, кстати, очень молоденькая, ей всего 21, да? И выяснилось, что, оказывается, когда я только-только начала снимать видео, это было 4 года назад. Короче, как раз получалось. Когда я только создала канал, Нармина шла в 10 класс. Очень вкусная, суша. Да. Мне понравилось. Я все у них заказывала. Особенно... Мне нравятся запеченные с сыром. Здесь есть запеченные с рыбкой в этом сете. Нет, не запеченные, извиняюсь, жареные. Жареные с рыбкой есть, жареные с крабом. Ты васаби кушаешь? Да, обожаю. Я каждый раз думаю, куда деть этот васаби. Как ты столько съела? Она просто как мороженое его кушает. Хороший, свежий тоже. I like. Я вообще острое не люблю, не могу кушать острое. И сильно горячее тоже. Что за шоу? Что здесь происходит, ребят? Я боюсь, что сейчас у меня из ушей дым будет.
Реально тебе нравится? Да. Я в шоке. Я же не дала самое главное. Я очень гостеприимный человек, как вы понимаете. А я говорю, чего-то не хватает здесь. А ты что не говоришь? Вот. Имбирь. Я просто не смогла разложить его. Я буду ангетры. Ага, что-то возьмем. Давай его. Сразу все. Я его прям вот туда. Я смотрю на Нармину, она прям как это, как мороженое кушает. Потом до меня дошло, это же васаби. Как? Я смешиваю. Вкусно получается. Кто так делает? Что-то новое. Я настолько люблю роллы. Короче, у нас сегодня такой план. Я встала, у меня дома просто такой срач. Я говорю Самире, слушай, сейчас должна прийти Нармина, а у меня такой срач просто. Она говорит, не переживай, все под контролем. Я думаю, в смысле, что под контролем? Она говорит, у всех срач, не переживай. А как у меня дома не было еще. Да, Нармина, сейчас скажи, что у тебя очень убрано. У тебя чисто вообще, ты скажи. Очень. Так, ты с сыром не попробовала. Я тоже, кстати. Тоже я не попробовала. Я не знаю, почему мне вот этот вот соус, он прям такой нежный. Жирный, нежный. Ой. Давай это попробую. Отсюда возьму. Тут что значит крабик? Краб, здесь сыр, огурчик и сверху сыр. Просто сыр чеддер. В общем, сейчас мы быстренько снимем видео, потом поедем в город. И... Опа. И встретимся еще и с Самирочкой. Так, опросник посмотрим, сколько там вопросов. Должно быть много. Вопрос, кем вы себя видите через 5 лет? Давай, Нармина, сначала ты. Кем ты себя видишь? Топ-визажистом или топ-блогером? Сколько подписчиков, начнем с того, через 5 лет? Подписчиков? Не знаю, много. Я, если честно, в этих делах не очень разбираюсь, но через 5 лет я вижу себя, да, такой деловой. Деловой редиской. Женщиной. Уже меня не признают, кто такая Айка, я ее не знаю. Там кто-то жрет на камеру. Вот интересный вопрос, как познакомились, кто написал первый? Я. Хотя нет. Айка мне поставила лайк в ТикТоке. Потом я такая, типа, мол, это Айка мне лайк поставила, я же за ней смотрю, слежу. Потом я смотрела блог, где Айка там говорила, что ей скоро на свадьбу. Она не знает, какой образ ей создать, что ей надеть, какой мейкап ей сделать. И я сказала, все, это мой шанс. И написала ей, что приглашаю вас на макияж, если вы согласны, конечно же. Но я не ждала такого ответа. Она мне, во-первых, сразу ответила. И она мне написала, мол, окей, и влог сниму. Я такая, о, как так? Я что, на ютубе буду? Вот так познакомились. Легко и просто. Да. Айка очень хорошая, честно. Хвали меня, хвали. Не знаю. Люблю, честно. Мы нашли друг друга. И сейчас все напишут, это ненадолго. Знаем Айку, она дружить не умеет. Сколько мы уже? 2 года, мне кажется. Очень быстро время. Но в последнее время мы видимся намного чаще, чем раньше. Единственное, что мне не нравится Нармине, я сейчас скажу. Давай. Это то, что Нармина очень долго отвечает. Потом мы болтали с ее мужем. Ее муж сказал, знаешь, это не только по отношению к тебе, так она и мне долго отвечает. Поэтому не обижайся. У нее столько клиентов, говорит, иногда я сам консультирую по поводу тонального людей. Да, да. Я не знаю, он пошутил или реально. Он не шутил. О,
Сколько я смеялась с мужем Нармина. Такой он позитивный вообще. Где ты его нашла, Нармина? Потом скажу. Где нашла, там нет, да. Так, дальше. Интересный вопрос. Ой, Самира пишет мне. Замужем ли Нармина? Сейчас средний не покажи ничего. Не перепутай пальцы, самое главное. 2 года как уже. Вы бы стали жить в одной квартире со свекровью? Нармина живет отдельно. Да, но я 7 месяцев после свадьбы я жила со свекровью. Да? Со свекром. Да, 7 месяцев. Я почему-то думала, что вы сразу начали жить отдельно. Нет. И как прошел твой опыт? Я очень, так скажу, я не знаю, я люблю свою Гайнану и Гайнату. То есть они ко мне очень хорошо относятся, как к своей дочери. Хотя вот у них нету дочери, но Гайната вообще я чего люблю. Ну, ко мне очень хорошо относится. Одну секунду, я салфетки забыла. Да. Сколько лет Нармин? Она тоже лесбиянка. Она Нармина. Нармин это немножко другое. Угу. Сколько лет мы сказали? Нет, я не лесбиянка, я наполовину, так скажем, да, грузинка, наполовину ерас. Ераска. Вот грузинская кровь чуть-чуть чувствуется. Я люблю грузинов. Так, понятно. Двигаемся дальше. Ну, а я лесбиянка, естественно, про меня вы все знаете. От и до, от начала до конца. Самое лучшее, что произошло в твоей жизни. Тебя или меня? Обоим. Вот за всю свою жизнь. Что самое прекрасное? Не знаю даже. Вот что у меня рядом есть близкие люди, которые заботятся обо мне. Подростки, муж, сестренка. Только вот я за людей благодарна. Вот это самое лучшее, что случилось со мной, что они есть у меня. Даже так. А вещи, вот это все для меня там, не знаю. Не настолько ценно. Да. Вообще, мне кажется, Нармина, она более такая активная, чем я. Я больше времени провожу дома, но я смотрю на ее инстаграм. Кстати, ссылочку на ее инстаграм я внизу оставлю. Можете перейти, ознакомиться с ее контентом. Но единственный момент, он на азербайджанском языке. Угу. Не вся моя аудитория поймет, что к чему. Но кому интересна тема визажа, угу, переходите. Можете любой вопрос задать. Еще, кстати, она обучает девчонки, кто тоже хочет стать визажистом. Мне кажется, сейчас это очень востребовано. Угу. Я, кстати, совсем не подумала, Нармина, у меня племяшка, угу, недавно на Хэллоуин сама сделала макияж. Я ей говорю, вот я совсем не подумала, могла бы Нармине скрыть, она тебя так бы разукрасила. Угу. Для Хэллоуина тоже делаешь, да? Или? Да, грим. Грим мейкап. Я всегда мечтала стать визажистом. Да, ты говорила, кстати. А что случилось? Почему не стала на улике? У каждого человека свои таланты. Я вчера была у жены брата. Угу. Жены брата. Ну да. У брата дома. Я кушала. И, в общем, я кушала. И она мне говорит, Айка говорит, ты так аппетитно кушаешь, я понимаю, почему тебя смотрят. Да, кстати, вот она сейчас рядом, она так аппетитно кушает, да, мы здесь так гадим. Таланты. Кто-то может классно нарисовать стрелки, кто-то может обожраться. Некоторые пишут Рамина. Не Рамина, а Нармина. Кстати, да, меня всегда этот Рамина, Рамина. Да, здесь тоже много кто Рамина пишет. С
чего она решила учиться мейку? В какой момент жизни ты поняла, что вот именно этим ты хочешь заниматься? Ты универ не заканчивала, да? Ты не поступала? Или поступала? Сейчас, минуточку, да. У меня просто изначально, если честно, я хотела стать визажистом, но мне папа сказал, что если даже ты будешь визажистом, тебе корочку надо получить в любом случае. Я просто немножко это не понимаю, зачем корочка, если я хочу в жизни заниматься абсолютно другим. То есть что мне даст эта корочка? Лучше я углубленно буду изучать то, что мне интересно, чем я хочу заниматься. Что я сделала, собственно говоря, Арминочка. У меня, значит, дедушка и мама, они сами художники. То есть мой дедушка сам член Союза художников СССР, бля. То есть он мне сам всегда говорил, что да, поступила ты в академию, да, рисуешь, картины будешь рисовать. Цель что? Продать, да, их. Ну, видишь, я вот столько вот живу, уже 70, там, 80, бля. Что я делаю? Ничего, уже, бля. Не могу нормально заработать, ничего. И мама то же самое говорит. Поэтому я решила даже и не поступать, и решила работать. Я 16 лет работала. Я как начала вообще? Почему именно визаж? Я работала в Инглоте. Да? В магазин косметики, да, в моле. Да, и я начала там работать как продавщица. Но потом я увидела, как там девушки красят. Вот эти вот, вот этот вот вайб, девушки, визажисты, модели приходят, там косметику покупают, красятся. И мне вот это понравилось больше. Я увидела там себя. Ну, ты до этого тоже классно рисовала, правильно? Я тебя поняла? Я рисовала. То есть у меня есть... Я могу рисовать, талант есть. То есть это у меня от мамы, от дедушки. А как ты вообще считаешь, если ты хочешь стать, например, визажистом, важно уметь рисовать? Да. Или... Да. То есть, например, к тебе придет девочку обучаться, но она вообще не умеет рисовать. Ты ее сможешь научить? Я ее смогу научить. Вот если у нее вот есть вот это вот, так скажем, да, вот этот вот, вот огонек. Если она сможет хотя бы прямую линию рисовать, у нее уже все получится. Если она не умеет, у нее руки трясутся, это значит не ее. То есть не надо даже убиваться. Если ты прям... А если есть желание у человека? Есть желание, да, человек научится обязательно. Но если там просто так, я вижу, что приходят, да, девочки на курсы, просто так, чтобы чтобы провести время, но не чтобы научиться. То есть у них нет таланта. Есть такое, девочки, честно. Но я вижу, что вот девочка, у нее есть, она умеет, но она боится. Да, она не может раскрыться. Мне кажется, особенно сложно делать возрастные какие-то макияжи. Да, лифтинг макияжа, поднимать вот это вот все морщинки. То есть, ну, на такой модели, например, как мы с тобой, легко, мне кажется, делать макияж. А вот 60+, это уже надо... Мне 21, у меня уже есть морщинки мимические. Так они есть у всех. Ботокс нам в помощь. На этом уже, наверное, будем закругляться. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Ссылку обязательно оставлю на Япошу. Переходите, заказывайте. Что ты скажешь, Нарминочка? Вкусно? Очень вкусно. Попробуй сказать что-то против. Вкусно. Честно. Всем, I like. Всем. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.